В новом перинатальном центре состоялась первая выписка. Домой отправились двое младенцев. Поздравить малышей и их родителей лично приехал глава республики. Как полагается, в праздник не с пустыми руками. Анна и Ярослав. Эти малыши уже вошли в историю республики как первые новорожденные, выписанные из стен этого перинатального центра. Все прошло вообще хорошо. Понравилось здесь. Врачи здесь хорошие. Условия вообще шикарные. Такого не знаю. Позавидовать можно только вообще. Нет, я не считала, что я сюда попаду. Это так получилось. Здесь, конечно, живу. Условия комфортные. Ирине есть чем сравнивать. В семье подрастает старший сын. Рожала его девушка в обычном роддоме. Сегодня малыш вместе с папой и родственниками пришел встречать маму с маленькой сестренкой. Не меньшей группы поддержки оказалась и у Марины. В семье Тюмерековых Ярослав первый ребенок, поэтому папа глаз не смог оторвать от сына. Для главы республики все связанное с перинатальным центром тоже имеет огромное значение. Масштабная стройка затянулась на 3 года. Перенесла ряд испытаний. И вот, наконец, можно оценить результаты огромного труда. Вы знаете, почему это событие, почему я сегодня здесь? Я, конечно, каждый день приезжал, каждую мамочку поздравлял и отца. Но связано с вводом этого нового, супер сложного и супер нужного, супер, можно еще добавлять и добавлять, объект, где рождаются дети. Объект живет, будет жить. Самое главное, чтобы здесь всегда рождались только здоровые. Еще раз всех вас поздравляю. Виктор Михайлович, в данный момент 30-е роды идут. 30-е же? 30-е. Поэтому практически 30 ребятишек уже за эти несколько дней появились на свет. Тоже здесь. У меня рождаются, получается. Да. На память от правительства молодым мамам вручили подарки и пригласили в будущем вновь посетить перинатальный центр. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.